Два месяца ареста или 2 миллиона гривен залога. Такую меру пресечения директору Львовского бронетанкового завода избрал Соломенский райсуд Киева. Хотя прокуратура просила 28 миллионов. Именно столько убытков государству Роман Тымкив нанес по данным следствия. Директора обвинили в том, что через фиктивные фирмы он покупал уже использованные двигатели для танков вместо новых. Напомню, о злоупотреблении Тымкива буквально вчера говорил президент, а сегодня четверо представителей БПП и один член Батьковщины готовы были взять его на поруки. Всего по этому делу арестованы пятеро человек.